прикиды поставили. Так и закинем. Всем привет! Снова я на рыбалке. Приехал за ночным лещом. Сейчас буду искать, бурить и раскладываться. Приехал на одну ночь. Точнее, приехали мы вдвоем. Сейчас доставят товарища у меня. И мы будем закармливаться и ловить ночного леща. Так, ну ты сегодня с брикетами, с печкой дровяной, да? А, ну что у нас, какие планы-то? Побегаем, поищем сначала? Побегаем, поищем, да. А потом уже и подумаем, как чего. Много народу-то? Да, много. Я думал, меньше будет. Зима, плотва и просто сухарь. И вот такой вот вкусный мотыль. Thank you.
2-3 кормушечки в каждую лунку. И можно ждать будет. Даже закидывать не буду. Час точно. Сейчас все налажу, все по своим местам раскидаю. Я думаю, рыбка к этому времени подойдет. А самая основная рыбалка начнется ночью. Оп, все на 9 метров опустилось. Приподнимаем чуть-чуть и открываем. Сейчас еще одну сюда бабахну. И пока хватит. Еще на ночь закормлюсь потом. Все, я разложился, в общем. Сейчас все покажу. Палаточка вот у меня так стоит. Небольшая. Сегодня я с теплообменничком. Погода, потому что теплая. Минус 2, минус 4 ночью. В общем, все у меня тут аккуратненько. Закрепил. Никуда она не денется. Все, то есть на своих местах раскладушечка, спальное место мое. Удочки буду сейчас закидывать, закормился. Теплообменщик стоит, пока еще не запускал его. Здесь у меня как бы столик. Вот. Ящичек тоже как столик. Готовить на нем стал, стол не брал, чтобы всего много не набирать. Вот, смотрите, какая чистенькая водичка прям вообще. Что за модель-то? Мухтар 7. Мухтар 7? Такая вот мотособачка. И там тоже вот, а, там прицеп. Тоже собака. Движки какие тут, лифаны, да, стоят? Да, обычно, да, 178. Добрый день. Тебя фотографировать пришли. Да немножко так вас поснимать. В новостях покажут. Почти земляки, так. Чуть подальше. Вот, видишь, вот эти желтые. Вы с поплавками, да? Я коромысла, нет? Да. Ночью-то, да? А, вот такой вот у вас тоже, да? Все понял. Конечно, вам на мотособаке-то лучше возить. Такие-то полы удобнее. Видишь, тут белье сушится. На неделю-то, да? В общежитии, ребят, тряпки грязные висят. Землю мухи на объедках, щи прокисшие стоят, да? Все удобненько. Сколько баллонов-то берете на неделю? Один. Один, да, хватает? 27 литров хватает? 27. 27, один баллон. Ну и запас 12 еще на всякий случай. Ну да, я обычно на 3 дня 12 беру, один 5-литровый запас. Больше-то я не езжу. Ну 4 дня хватает. Так вот все. Ну вот. Так, а тут какие еще какие-то, да, полы-то? Там сколько? Трое. Теплообмен. Это септерма, что ли? Да? Да? Нет? Ага. А что, вон раскладушка лег спать. Да. Он эту пищалку поставил. А продувать, что ли, вот это устанавливаете-то? Промерзает. Мороз, когда за двадцатку, блин, промерзает все, вот видишь, вот это. Ага. Все мороженое, блин, становится. Ну тут с двери дует, вот, с этой вот. С молнией. Да. Тут что не делай, все равно как бы. Угу.
дырка там, блин, а надо это, и что там это, я туда ну, ставлю, вот этот, вот, баллон мерзнет. Палатка вот эта. А? Мешочек. Мелочи. Крупного нет ничего? Крупного дадим ничего. Кило 100 такие киложные. А так килограмм 900. Как на Тверской, блин. В выходные-то народу нет. Много здесь было? О, блин. Да, полно, блин. Я в том году... Не народ, пингвины, блин. Две недели, конечно, это прям... Нет. Там запас хороший надо с собой брать. Чего? Вообще всего. Так нет, я в середу съездил, газ заправил. А, все, да-да-да. Да что мне тут? Бери, за собаки бери, доехал. Бери. В магазин заехал, как в середу. Александр, Саша. Ну, Владимир. Купил эту живца. Ну, не хватает же живца-то. Давайте бутербродик скушаем. Еще тоже ничего не делал. Ешь, я. Не готовил. Молочко, молочко. Поеду я почти домашнее. Фермы, вкусные я. С фермы. До обалдения. И вот берешь на рыбалку, неделю простояла, ага. Домой привозишь. Ага. Домой привозишь. Молоко какое вкусное. Я говорю, неделю простояла. Ага. Ну, как так? Потому что не открываешь, закрытые. Ага, ага. Все. Понял. Держи. Открыл, попил, поставил в холодильник, все, утром кислое. Понял. Все, ладненько, не прощаюсь. Закрываю. Спасибо за чай. Сходил, в общем, в гости. Ребята уже сидят 5 дней. Еще 2 дня будут сидеть. Ловили, в общем, там. Ну, как сказать, ну, ловили. Для этого, конечно, результат не очень. Для 5 дней. Так, за 2 ночи это бы было бы хорошо там. Вот. Угостили меня чайком. Попозже схожу к ним, посмотрю, как у них что рыбалка идет. Буквально ну, там 70 метров нет они. Будем ждать ночной рыбалки. Я думаю, все получится, что-нибудь поймаем. Приехали на одну ночь. Надо что-то половить. Точек тут пузыри. Воздушная. Сейчас зайдем еще в одну палаточку в гости. Приехали мы с Иваном. Сейчас посмотрим, как он там расположился. Вот его палаточка. А вон моя дальше малютка. Дядя Вань, как ты? Вот она палаточка новенькая, медведь куб-3, так вот она вот выглядит, яркая, видно издалека. Вот там, что подтапливает, да? Сейчас посмотрим. Ну вот раскладушка встала, ты говоришь. Встала. Так, сейчас. Че, как поклевки? Блять, одна поклевка бывает все. На поплавочку. Да, водичка. Да не надо. Ну, что я скажу? Вот с печечкой. На брикетиках печь рыбака. От пашихонки. Там пашихон стар. Вот так вот. Я тут же с такой ездил. Есть она у меня. Миниатюрный поплавочек. Чувствительный. Чувствительный, да? У меня тоже есть такая какая-то удочка. Плотвина. Что я могу сказать? Будем ждать крупную рыбу. Всех обошел. Сейчас будем... Ну а там что, есть садиться. Что-то? Ребята, на неделю приехали. Чаем меня напоили, да. Так, ну вот я и до своей берлоги.
наверное, закрывать дверьку, затоплять и раздеваться, снимать все лишнее, то устанешь. Что такое-то? Оба, оба. Все застегиваем. Пора, наверное, привязаться. Пока сюда уберем. Сейчас поставлю одну на коромысло, одну на поплавочек и буду с мормышечкой пробовать время по первого. Приблизительно час-полтора прошло после закорма. Сейчас будем приступать к рыбной ловле. Поставим сейчас такую вот коромыслице. Ну вот, как всегда, как обычно, кивочек. Оп, включаем. Все, будет у нас работать. Заходи. О, вот это вкуснятина. А? Да, вниз. Да, вниз. Вот это сало мне подгон. Копченое. Ох. Все, сейчас, конечно, как это? Не перекусить таким сальцом-то. Вообще, блин. Зверь, а не сало. Так. А это соленое, да? Это соленое. А это соленое. Ты такими прям кусочками, да, аккуратно? Ну ее в банке, потому что. Ага. Вон, раскрутил. Видно, не завязывал. Ага. Вообще спасибо, прям класс. Вот такой. Ой. Вот это да! Вот это кусочки сала-то, а? Тут запах чеснока прям. Ну это домашний чеснок. Домашний чеснок. Вот он и ну, такой вот прям. Он дает. Ух. Ты мощнявый. Да, да, конечно, спасибо. Все, конечно, сейчас таким-то перекушу. Себе режешь. Ты не будешь, да? Ну, я на диете. Ты не ешь это? Сейчас. Нежелательно, ни соленого, ни копченого. У тебя сейчас рацион. Здесь у тебя что стоит? А здесь с подпаском. А? Здесь с подпаском стоит. Стоит. Угу. Сейчас потихоньку пойдет. В общем, поспал пару часиков. Сейчас время у нас 5 часов. Перенасадил. Забросил. Вот сейчас одна поклевка. Плавочек сразу подняла. Не успел. Мимо. Сейчас поговорили тоже там с ребятами. Сказали, что в метрах 150 в палатках. Там отловились хорошо. И в той стороне тоже там половили люди. Не так, конечно, но есть. Есть, что-то есть. А, у нас же что-то прям это такого клюва прям нету. Неужто как-то неудачно, блин. Будем надеяться на темноту, на ночь, на выход. Вот так вот. Ладно, расстраиваться не будем. Я надеюсь, что все будет отлично. Поймаю я своего леща. Будет. Будет. Сейчас будем подстраиваться, менять тактику ловли.
деться никуда мы отсюда уже не денемся. Переезды — это очень тяжело все равно, как бы, если на не на один день, не на одну ночь, то можно, конечно, переехать. Но с одной ночью, конечно, этого не сделаешь. Будем сидеть там, где сидим. Время 15 минут седьмого. Стемняло уже давным-давно. Еще по кормушечке бабахнул. На ночь еще кормушечку чисто живого мотыля, чистого кормового, опущу. Ночная, она все-таки поинтереснее, рыбалка. Ночь, утро. Когда его все-таки приманишь, он уже здесь где-то крутится рядом. Бывает, когда закармливаешь хорошо и на несколько дней приезжаешь, можно вообще не половить первый день. Вот как сейчас. День вообще можно просто отсидеть. Просто впустую. А за ночь отловиться хорошо. И уже днем можно даже половить. То есть не поймешь порой, как у него, что, какое движение, где у него тропа. Но ходит он везде, если ровная поверхность, нету тут русла никакого, это водохранилище, середина практически. Тут его, конечно, как-то этот найти, может, стайка где-то стоит, да, днем можно стоянки его найти, половить. А именно когда он начинает питаться, вот ходить туда-сюда, где-то стайками, где-то одиночные там экземпляры. Обычно хороший закорм нужен. Я так думаю. Может, ну кто-то по-другому, вот я так ловлю. У меня, в принципе, большинство рыбалок удачные в этом плане. И решил я сыграть на этом же и сейчас. Но уже конец января, уже близится глухозимье. Где-то оно уже наступило. Поэтому аппетит у него уже не такой, движение уже не такое. По водоему он не активно гуляет. Его надо, конечно же, да, там где-то искать. Где-то его места, где он, в принципе, ему комфортно, он стоит, выходит от этих своих стоянок не совсем далеко питаться. Так что вот. А где-то на водоеме всю зиму его ловят. Где-то уже там первый лед только половят и уже прекращают его брать. Везде по-разному. Водоем от водоема отличается. Так что только могу пожелать себе удачи. И ждать. И так все равно уже кайф такой. Приезжаешь, когда раскладываешься, вот это все бытовое, бытовуха, готовишь что-то там, какие-то вот эти моменты, это уже удовольствие. И буквально рыбы-то немного надо поймать. Это втройне удовольствие. За этим сюда и едем. Вот. А не то, что там обловиться ее. Как вот в прошлый раз. Это рыбалка, да, такая она уже. Ну, как бы много рыбы. Я много ее отпустил. Я-то не все не снимал. Там уже, ну, всю каждую рыбину зачем снимать. Ловил уже, отпускал. И хороших отпускал уже, все. Хватит. Просто хватит рыбы. Я сколько надо себе поймал. На засолочку. По рецептику насолил. Сейчас это уже скоро вторая партия высохнет. Хотелось бы где-то попасть, съездить за плотвой. Плотва икриная, чтобы была, половить вот именно. Вот она очень вкусная. Именно вот нагуленная, весенняя там. Ну вот сейчас вот она уже хорошая, вкусная. Здесь яуза вообще замечательная плотва. Я вот хочу вот именно попасть на такую рыбалку. Но это надо садиться не на 8, 9, 10 метров, как садимся мы здесь, а где-то метров на 6. Но поговорили с местными, нету плотвы. А плотва здесь хорошая, крупная. Да, реально. 200, 250, 300 грамм. Хорошая плотва. Самая такая едовая, засолочная.
У меня там еще банты есть еще. Время 7:30 начинаются шевеленки. Там шевеленок, тут шевеленок, поплавочек тоже начинает. В общем, рыбка подходит. Я думаю, что расклюется. Время 10:00. Периодами то одна, то вторая поклевки есть, но пока ничего не удалось подсечь. Да, она такая лещевая рыбалка. Не всегда все так просто. Пока безрезультатно. Надеюсь, результат будет. Дождался. Время у нас 11:20. Вот что-то есть. Не крупное, мелкий какой-то. Нет, бьется, нет. Ну да, небольшой. Как его боком стоит. Боком стоит, в общем. А вот он. Прям заплавник его. Вот он, плавничок сейчас. Не показалось мне, что крупный. Поймал его за задницу. В общем, немножко мне удалось поймать рыбки. Периодически поклевывать. Но самый хороший клев был это с 2 до 4. Это единственный вот нормальный, то есть активный клев. Более-менее шевеленки везде. То есть он подошел. Брал очень осторожно. Но мне удалось половить.
Время сейчас 5 часов. Сейчас уже будут рыбаки собираться на льду. Палаток много стоит. Вот. Светятся палатки. Лещатники сидят. Ну что я могу сказать? Я думаю, он еще утром будет брать. Что-то небольшое. Свет. Вот свет ярко горит. Все, у него уже сопротивление пошло. Хотя он так-то не крупненький. Вот такие вот. Время у нас 8:30. Шевеленки вообще на всех. Сейчас что-то тут происходит у меня. Сейчас тоже сход хороший был у меня. Надо, наверное, кофейку попить. Сейчас я покажу, что мне удалось поймать за ночь.
ночная рыбалочка. Пойдем к Ваньке в гости сходим. Опа. Озеро. Озерцо. Озерцо. А, вот такой вот. У меня таких-то и не было. Да. Один вот, да, хороший у тебя. Ну, у тебя немного зато. Ну, немного, у меня отливать ничего, знаешь, во сколько? Пол четвертого. С двух часов хорошо начало, до четырех. Вон, видишь? Первую поклевку была, короче. У меня мормышка стоит большая. Ну, короче. Мне можно прямо здесь закормливаться. Да, 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 закормил. Чей ты достал? Он вместе с этим, короче, на дне сидел. Вертолет или как его там? Да, да, зацепил за крючок, короче, просто понял, я вытащил. Да, 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 кто-то уже тут. А, блин. Вот такие трофеи попадаются. Нифига себе тут. О-о-о. Давит хорошо. Сейчас днем светло, прям далеко ему видно. В лунку заглядываешь, прям там все светло. Лед прозрачный. Ой-ой-ой, стравливает. Да-да-да-да-да-да-да-да. Хороший, хороший. А берет чуть-чуть, еле-еле. Нормально. Для дневной рыбалки. Нормально. Собираемся домой. Ждем сейчас доставку. И до дома. Все, всего доброго. Всем пока. Есть, есть. Есть. Порядок.